Ламины. О. Так понимаешь, это, наверное, кто-то религиозный смастерил. Вон девицы наши ходят. Спот, блон чай на $45, кстати, еще такой наборчик. Вот эти банки везде продают. Коллекционеры есть. О, барабан. Лампа винтажная за 90. Гигантская. Маска. Ой, как я люблю такие места. Сколько продают за $6 штуку? У меня тоже они есть. Чуть не берут. Вот, кстати, хорошая вещь. Сколько хотят. Люблю такое. $17 хотят. Блин, я сама бы ее так продала. Хорошая. Даже если я дороже 17 бы ее как-то худо-бедно продала, у меня бы разницу скушал eBay. Handpainted. И сколько стоит? $18. Ну что такое? Цены, конечно, какие уже, по которым я сама продаю. Вон те мне две нравятся. Вазочки. И цены на них так скромно прикрыты. А это, наверное, чтобы мы физкультурой занимались. Меня. Вот. $15, кстати. Нормально, ну-ка. Если это маркированные. Да. А, это Japan. Вот почему она. $15. А я-то обрадовалась. Такой стиль арт-деко у него. Если бы это было что-то европейское, я была бы очень довольна. Вот это, кстати, очень тяжелая. Такая серьезная монолитная штуковина. И стоит штуковина всего лишь $12. Штуковину я возьму. Я всегда делаю, умножаю на 2. То есть за 25 надо продать, чтобы себе что-то осталось. Потому что жадный eBay еще покушает. Здесь вот что-то, правда, ободранное. eBay съест 25. И мне надо 25. Она такая потрепанная, правда, так капитальненько. Поэтому она $12. Не буду я ее брать. I want to buy that thing, but it's... Так. Блин. That metal thing. What? The metal thing. The copper one. Вот, за 6 продают такие тарелочки. Немножко дороговатенько для меня. Для дома покупать, конечно, хорошие цены. Они не ломят. А мне же надо в двойном размере продать. Уже так размаха для прыжка не остается. Вон там что-то hand-painted у нас. И стоит оно $65. Но вот куда, куда? Никуда с такой ценой не деться. Ну-ка, $12 тарелочка. Не вручную нарисованная. Кстати, флаг старый. Вот эту вышивку делали еще старую. Я продавала такой флаг бульдог.
у меня был в идеальном состоянии, я его продала за стольник. Сколько они хотят? 48 хотят. И он драный. Видите, дырки. Старинный флаг. На нем 48 звезд. Не 50. Это когда в США было 48 штатов. Я его свой хорошо продала. Вот картина, кстати. $315. Ничего так. Нормально. Ну, какая штукивина. Видите, да? Здесь, конечно, очень интересно. Ну, купить прям нечего. Разве что только посмотреть. Себе бы я, конечно, купила. Вот даже, вот смотрите, какой плафон классный. Такую вот, например, я бы себе взяла. Вот у нас тут. О, с павлин, с павлиним хвостиком. На трешке. Six Peak. Русская, смотрите, написано русские матрешки. На них. У меня я павлинов выращиваю. У меня этих хвостиков тьма тьмущая. Они линяют два раза в год. И эти их перья везде валяются по двору. Я их собираю. Мне жалко их выбрасывать. Тоже надо серьги надо начать делать из них. Вот интересненькая, старенькая. Но камни мелкие. Ну, по крайней мере, интересно. Здесь что у нас? Здесь какой-то ширпотреб. Здесь ничего на этой стороне, вот, более-менее. Не крутится. Еще матрешки. Наши матрешки прям популярные. Куда они делись? С той стороны видел, отсюда не вижу. Исчезли. А, вон они лежат. Ножками их не видно. Пока, честно говоря, ничего не вижу, чего мне захотелось купить еще по их цене. Если бы было подешевле, я бы, конечно, нашла. $30. Ничего такая. Симпатичная. И Германия. Я не уверена. Бренда нету. Только Германия. Смогу ли я его за 60 продать? Думаю, что очень вряд ли. Какой интересный плафон. Это от лампы. Скорее всего. Здесь такие лампы, унесенные ветром, называются.
У них сверху такой вот и снизу такой же плафон. Может быть, разной формы. Тоже популярные. Кто-то разбил половину, вторую половину продает. О, какой виноград. Мощный. $75. Какой-то мальчонка. О, козлик. Я бы сказала, овен. Но больше козлик подходит. Это что такое с крестом? Что интересно и непонятно. Опять бутыльки продают. Видите, цвета. Ярко-зеленый, ярко-синий. Их берут. С удовольствием на кухне делают всякие наборы. 2-3 разноцветные баночки где-нибудь на тумбочке стоят и создают атмосферу. Там что-то печать какая-то интересная. Видно, да, печать вон она? Столько всякой мелочевки. Глядеть, не переглядеть. Кися. Кися стоит $95. Ну такая хорошая кися, тяжелая, неподъемная. Видите, какая ляпота. Люблю я вот такие вот. Сколько стоит? $29 за такую крошечную кисеньку. Жалко. Очень-очень жалко. У нас тут женщина. Что написано-то? Поняла, что написано, $35 поняла, что это женщина еще и без маркировки. Я, наверное, вторую карту купить. Что-то у меня на карте уже и место заканчивается. Буду, наверное, сюда заглядывать каждый раз, как приезжаю. Ой, тибой. Ой, какая милота. Буду сюда приезжать раз в неделю и доснимать. Тибуди. Ой, какой милейший. Такая тоже интересная. Бутыльки. У нас, по-моему, тоже была в Советском Союзе машинка из-под одеколона. Цветочки. Живые.
Ой, здесь какой-то. Ой, какой. 150 максов стоит. Арт-деко. Какая. Она тяжелая. Ее же не отправить потом. А то бы я взяла. Была бы она помельче. Стекло. Всякое разное. Ну какой. Дорогой. $35. Ай, и что мы его не продам? Девчонка поражается, как дорого, оказывается, могут стоить вещи, которые она всю жизнь использовала. Никогда не думала об их стоимости. Вот игрушки. Железные, старые, скорые, как наши. $215 скорая стоит. Часики разные. Игрушечки, прям как наши. Это военные игрушки. Ну, типа машинки военные. Ну, прям наш. А это этот продавали, наверное, хот-доги из нее. Машинка-карусель. Вот такого у нас, конечно, не было. Чтобы карусель ездила на машине. Это прям наш москвич. Москвич-буханка. О, какая ваза бешеная. Прямо вот вода, как будто... Они называются всплеск вазы. А там не только всплеск, там прям капитальненько по воде приложили. Короче, снимаю, пока сейчас моя карточка не заполнится. Продолжение буду снимать на следующей неделе. Ой, какая прелесть. $75. Кто это? Винтаж. Керамик, лампа, база. Не могу прочесть, кто это. Ну, какая симпата. Вот опять эти баночки. Везде они. Еще собачки. Такой цвет. Называется End of the Day. Вот, кстати, мои любимые круглые вазочки. Сколько они их продают? За 40. Прикиньте, я их по 2-3 беру. End of the Day называется «Конец дня». Это типа у художников пора домой идти. А еще краски остались. И вот они их в кучу смешивают. Вот так. И последние изделия делают вот так вот, красят тяп-ляп. Все вперемешку. Чтобы закончить краску и пойти домой. Ой, разбитая, жалко. Какая симпата. С металлом. Обожаю этот металл. Ай, жалко. Вот поэтому эти вазы у них End of the Day называются. Конец рабочего дня. Ну, какие они были. Наши бы, наверное, смыли и не переживали. А это же свое. Упс, чуть не упало, блин. Свое жалко.
корабль. Поэтому последние изделия делали вот таким миксиком, краску смешивали. Боксер, я их коллекционирую. Ай-яй-яй, сколько же он стоит? $15. Побитая, конечно. Но боксера я возьму, я их коллекционирую. Вот, а прибеднялась, что не коллекционирую, прикиньте. Вон там еще вижу дракона. Сколько стоит дракон? Дракоши. Ой, блин, он резиновый. Был бы керамический. Я бы на нем сделала деньги. Боксеры беру. У меня боксеры. Собаки. Я их фанат. Гобелен. Такой не самого лучшего качества гобелен. Это все, что купила для себя, купила бы. Зеркала я, кстати, тоже винтажные продавала. Но их так отправлять тяжело, так упаковывать приходится, чтобы это самое не разбилось. Вот корзиночка. Чья? Так, $18 за корзиночку хотят. Но это не жестоко. 18 ничего. Вот тоже миксик. Файн боксер. Бутылки с черепом, с ребрами и опять с черепом. А там еще с черепом. Прикольный. А это вот уже приложился. Вот, кстати, фигура женщины. Мне на одном аукционе в мусоре досталась здоровенная сиська керамическая. Я смотрю, их торгуют. Она 70-го года была выпуска. Их вовсю продавали. И так дешево что-то продавали. По 15, что ли. Мне так стало обидно. За нас. Я взяла ее, выставила за 30. Думаю, ну вас в баню, блин. Хотите сиську? Покупайте за 30. Купили. Бедные. Видимо, когда все выбрали, дешевое, осталась моя за 30. И молча бедняжки взяли ее тоже. Я думаю, нечего нашу женскую грудь обесценивать, блин. За $15 ее продавать.